Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert. Сегодня я вам расскажу о крутом сервисе, программе, которая называется iCareFone for WhatsApp Transfer. Что это значит? Это самый быстрый способ переноса резервных копий и восстановления данных WhatsApp. Что нам эта программа предлагает? Перенос WhatsApp с Android на Android, перенос данных WhatsApp с iPhone, iPad на iPad, iPhone, перенос WhatsApp с Android, iPhone на iPhone и на Android. Быстрое резервное копирование и восстановление WhatsApp, других вот соцсетей, которые вы видите на Mac, легко. Полностью поддержка iPhone SE 2020 года второго поколения, 11, 11 Pro Max, нового Galaxy S20 и других. Можете скачать, попробовать пробную версию или же купить сейчас на Windows либо на Mac устройство с промокодом 30% скидкой, который вы сейчас видите. Хочу, чтобы вы понимали, о чем здесь идет речь. Это не просто перенос каких-то данных, это полное управление вашим смартфоном. То ли это iPhone, то ли это Android. Вы полностью можете перемещать все данные, включая контакты, программы, музыку, фото, заметки. Просто даже можете сразу переписываться через эту программу в WhatsApp, Viber и других соцсетях, которые здесь перечислены. Это настолько удобно, что вы себе не представляете, особенно как экспортировать или импортировать музыку, как на ПК, так само обратно. То есть iTunes нам этого не предлагает, этой простоты. Это слишком там замудренно, особенно для нового пользователя. Но с этой программой вы сможете очень перспективно реализовать ваши данные для всего удобства и простоты. Значит, смотрите, дорогие друзья, вот наше само приложение, что мы здесь видим, 4 подпункта, то, что мы можем копировать все данные с iTunes на iTunes, так само с iTunes обратно, с iPhone копируем на Android, с Android на iPhone, вот это именно то, что нам нужно, те контакты, которые мы можем скопировать, сообщения, сам WhatsApp, настроечки по исправлениям других систем, как вам будет нравиться. Вот мы подключили с вами устройство, уже идет копирование. Это мой iPhone, все данные полностью скопируются, которые у нас есть. Вот, как можем заметить, все папки корневые, которые открываются, доступны нам, жмем, докопируем. И после того нам будет результат открыт того, что, чем мы можем играться. Как можем видеть, у нас подпункт есть с музыкой, с фотографиями, с загрузками, приложениями и так далее, и так далее. Книги, заметки, все остальное. Вы также можете выбирать контакты, либо все, либо очередные, которые вам нужны, и перемещать. То же самое с приложениями. Можете переименовывать здесь их, удалять, либо же перемещать, как вам нравится. Ничего здесь сложного нет, очень доступно, просто, удобно, комфортно. Главное, это не то, что нам предлагает iTunes, официальный источник от компании Apple. То есть с iCareFone очень круто можно наш телефончик построить, копировать данные как на само устройство, так и с устройства на другое устройство, на ПК. Очень удобно.